секунды. Заново. Пошли. Пошли сразу. Эта работа идет сразу. Три круга без остановки. Но мы сейчас по 15, да, успеем. По 20. Секунд прыгаем, 10 секунд ускорения, 10 секунд отброса ноги. 4 круга надо без остановки делать. Ну, закончили 20 секунд, 10 и 10. Сразу заново начинают с прыжков. И опять прыгаем. И так 4 круга без остановки. Оп. Встали. Оп. Встали. Ну, по времени, это понятно. Сюда подошли, взяли, закинули, выкинули. Опять. Закинули, выкинули. Опять. Подбежали, взяли, пошли. Раз, два, окей, в другую. Работаем. Здесь. Хоп, и пошли. Здесь. Короткие мышцы работают. На короткий взрыв. Закинули и пошли. В принципе, все. 20 секунд мы делаем. А перерыв 3 секунды на смену. 5. 3 секунды на смену, перерыв. 3 круга делаем желательно, хотя бы. А там дальше посмотрим. По состоянию здоровья людей. Работаем, работаем. Работаем, ребят, работаем. Сразу, хорошо, вот так. Ломать, и вот, корпус. Поехали, ребят, поехали. Все молодцы, все башку. Работаем. Хорошо. Держи. Лена! Поехали! Ударил вот так, хорошо! Раз! Сразу! Хорошо! Два! Хорошо! Хорошо, хорошо! Даже этот лайтовый, видишь, им тяжело! Хорошо! Чисто такая! Без команды, без ничего! Лена! Готовили! Поехали! Каждый забав у нас от габата 20-10, понимаешь? 20 секунд делаем, 10 тут там интервали. Ну, вообще, во всем. 20-10. Смена! Пошли. Терпим. Хорошо.
Паша. Хорошо. Так, молодец, красавчик. Влад. Ниже опускай, Най. Такие работы! Да, вот руки здесь, ты правильно делаешь! Вот, там правильно делаешь! Вот! Смена! Работаем! Пошли, пошли, пошли! Руками работай, быстрее просто, и все. И все. Вот двигаемся просто. Видите, как у меня руки на месте? Как гвоздь. Я сразу здесь отжимаюсь, здесь сразу отжимаюсь. Дальше двигаемся. Я сказал, здесь разножек. Вот разножки. Дальше двигаемся. Все, по 10 делаем. Под забор. Пошли. Раз, два. Раз, два, дальше двигаемся. Ноги в середину пошли. Дальше двигаемся. Видите, у меня постоянно руки на месте двигаемся. Сказал, распяли. Встали, вот. И стоим. Все понятно. 2 минуты просто потерпите. А так вообще желательно 2-3 минуты делать. Постоянно двигается и говоришь им, управляющим, как компьютер. 10 отжиманий, 10 под забор, как кошка залезть. 10 выседов, 10 выпадов. Самостоятельно тренер регулирует, что им дать. Это уже от тебя зависит, какую нагрузку им дать, на какую группу мышц. В принципе, все. Вы готовы, ребят? Да. Да, капитан, я не слышу. Вы готовы, ребят? Да. Все, давайте. Молодцы. Мне нравится ваше состояние. Руки на месте поставим. Пошли, двигаемся. Желательно, когда будет 25 секунд, говоришь упражнение, каждые 25 секунд, чтобы хотя бы 4 интервала им сказать, 4 упражнения им дать. Желательно, за 2 минуты. Если 3 минуты, можно и прибавить больше. 25-30 секунд. 10 раз отжались, дальше что взял, дальше двигается. От последнего начинаем. Пошли, 10 выпадов ногами. Пошли, ногами работаем. Пошли, выпадем, да, вот. Под крышу, вот. Что сделал, дальше двигается. Дальше двигается. Пошли 10 раз под забор, залезли, вылезли. И залезли так же, и вылезли. Залезли, и вылезли. Пошли. Терпим, терпим, ребят, терпим. Всего лишь 2 минуты. Не 2 минуты. Дальше двигаемся. Дальше, дальше двигаемся. Пошли, последние 20 секунд, как будто вас распяли. Встали, ноги, руки шире. Вот правильно делает человек, вот достойно. Паша, отпусти. Стоим. Молодец, Паша, молодец. Стоим, ребят, 10 секунд. Еще таз пусть еще ударит. Стоим, 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 стоим. Молодцы, хорошая работа. Все, красавчики. Все 5 баллов, похлопали, выпили.